Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com, и сегодня героем нашего обзора будет стиральная машина с сушкой Kandi Granda Vita Smart. Она уже доступна в российских магазинах, более подробная информация по ссылке в описании к этому видео. Стиральные машины с сушкой при запуске цикла сушки, автоматически после цикла или отдельно запускает нагрев с нагнетанием внутрь барабана горячего воздуха. У такого способа, в отличие от отдельных сушильных машин, есть как свои плюсы, так и минусы. Плюсы связаны с удалением влаги сразу в канализацию, без необходимости ручного опустошения контейнера. Второй плюс касается отсутствия необходимости переноса белья из одной машины в другую. Но тут нужно соблюдать правила, касающиеся веса загружаемого белья. Для примера, тестируемый нами Kandi Granda Vita Smart при загрузке белья для стирки 8 кг, для сушки максимальный вес составляет только 5 кг. При обычной эксплуатации такого веса, конечно, вполне достаточно. Еще одним плюсом отметим место, занимаемое одной машиной. Оно меньше, чем у двух отдельных, даже при установке в два уровня. Без минусов, конечно же, не обошлось. И это касается всех гибридных решений. Использование нагревательного элемента вместо тепловой пушки требует больших затрат электроэнергии и времени. Накладываются свои ограничения по типу ткани для сушки. Особенно для деликатных тканей. Отмечается ускоренный износ вещей, хоть и не особо быстрый, но он имеет место быть. Тестируемая сегодня машина выполнена в классическом белом исполнении с хромированным загрузочным люком. В верхней зоне расположен контейнер для моющих средств. По центру LED-дисплей с нанесенной маркировкой. За управление отвечает барабан с режимами стирки и сушки. Каждый из них подписан, выбор хороший под все типы ткани. Здесь же доступны быстрые режимы стирки. Есть отдельный режим Smart Touch и зона с NFC, использующий приложение на смартфоне со всеми возможностями, включая голосовой помощник. Скорость вращения барабана 1300 оборотов в минуту. Инверторный мотор. Класс стирки А, класс сушки Б. Глубина 46,9 см, без учета выступающих частей. Ширина 60, высота 85. В комплекте идет шланг подачи воды, подробные инструкции, гарантийный талон международного образца. Несмотря на невысокую стоимость для такого технического оснащения, Kandi Granda Vita Smart поддержит взаимодействие с смартфоном с помощью NFC-модуля. Потребуется загрузка приложения Simplify. Первым шагом проводим добавление машины в аккаунт с помощью сканирования серийного номера. В приложении вводится список программ, сортированных по типу тканей и сценарию стирки. Каждая программа подробно описана с указанием рекомендуемых типов и цветов ткани, а также веса загрузки. Подобрать программу можно с помощью голосового помощника, который в ходе серии вопросов подберет оптимальный режим стирки и сушки для вас. В режиме Smart Уход предлагается ряд полезных опций: проверка состояния машины, автоочистка, очистка фильтра, руководство пользователя, подсказки и онлайн-помощь. Ведется статистика по проведенным стиркам. Также можно создавать собственные программы стирки и выбирать любимые. В связи с ограниченным функционалом NFC на устройствах с iOS возможность управления смартфоном есть только у пользователей мобильных устройств на Android OS. Однако производитель обещал в самое ближайшее время провести всю технику на модуле Bluetooth и Wi-Fi. Здесь будет связка, что позволит управлять техникой не только смартфоном на любой операционной системе, но и дистанционно. Обязательно изучим. Один из стереотипов, касающихся стиральных машин с сушкой, касается большой длительности программ. Kandi Granda Vita Smart предлагает режим 59 минут, в течение которого проводится как стирка, так и сушка. Конечно, есть ограничения по загрузке, они здесь до 1,5 кг. И типа ткани, только хлопок. По опыту эксплуатации этот режим хорош, когда в условиях ограниченного времени нужно подготовить чистую одежду для выхода из дома. В это ограничение веса укладываются, например, штаны, рубашка и майка на одного взрослого человека или двух детей. Кстати, отметим, что вещи после него не требовали дополнительного сеанса глажки. Есть быстрые режимы стирки без сушки. Минимальные 15 минут, есть также 30 и 33 минуты. По ним есть свои ограничения по весу загружаемых вещей – 20, 25 и 33 соответственно. Не каждая машина справляется с сушкой шерсти. Здесь под нее выделен отдельный режим. Для сохранения внешнего вида износа сушка проводится при низкой температуре. Рекомендованный объем ограничен 1 кг. Проще всего проводить сушку вещей из хлопка, льна и пеньковых тканей. Так можно будет задействовать максимальный объем, рекомендованный для режима сушки. Постельное белье, одежда после него опять же можно использовать сразу без последующего развешивания и ожидания полного высушивания. После нескольких сеансов сушки каких-либо негативных изменений цветного постельного белья замечено не было. Работает стиральная машина тихо и во время процесса стирки, и во время сушки. Посторонние запахи отсутствуют, при стирке в ночное время не мешают детям. Обслуживать можно с помощью автоматических режимов в разделе Smart. Kandi Granda Vita Smart станет хорошей альтернативой обычным стиральным машинам, предложив режим сушки для разных типов ткани, включая деликатные. Хорошее качество стирки и сушки, большая загрузка, меньше занимаемого места
дешевле в сравнении с покупкой двух отдельных типов машин. Программы стирки и сушки без необходимости перекладывания вещей с барабана. Слив воды напрямую в канализацию. Синхронизация с смартфоном с использованием NFC. Большое количество программ «Голосовой помощник». С удовольствием обсудим с вами Kandy Grand Vita Smart. Всем спасибо за внимание и пока-пока.